Центральный банк Российской Федерации запретил биткоины, а также иную виртуальную валюту. Теперь услуги по обмену биткоинов на рубли, иную иностранную валюту или товары физическими или юридическими лицами будет приравниваться как причастность их к отмыванию денег или терроризму. Кроме Российской Федерации, биткоин запрещен в Китае и Таиланде. С подозрением к виртуальной валюте относятся в США и странах Европы. Кстати, недавно американская полиция задержала главу биткоин-биржи BitInstant по подозрению в отмывании денег. Однако котировки биткоина никак не отреагировали на это событие. Тем не менее, перспективы криптовалют становятся все туманнее. Все-таки инструмент непрозрачный и очень рискованный. Судя по политике Центрального банка, вряд ли в России данный инструмент получит широкое распространение. Однако те, кто все-таки решит добавить в свой портфель немного экзотики, мы рекомендуем быть осторожными и инвестировать в биткоин в маленьких объемах и на очень короткий срок.